Всем доброе утро. Я Оксану веду на остановку. Но сегодня мороз, ребята. Утром было минус 28, сейчас уже минус 24. Но у нас время к 10 часам подходит. Поэтому вот так вот. Тайсон, привет. Привет, мой хороший. Ты вышел из будки, что ли? Но потеплее немного стало. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Ребят, всем добрый день. Машенька уже пришла со школы, да, Маша? Сегодня ребяткам всем шаурму купила такую. И, да, вот такая вкуснятина показывает Маша. А что ты ее плохо разогрела? Разогрей еще, Маша. Она холодная, она в холоде. А ребятки прибираются на полу. Игрушки. Короче, под игрушки уже два контейнера сделали. Марин, а листочки-то выкидывать надо? Что? Марина, встань. Некрасиво. Ты встал и упал? Давай помогай, прибирайся. А где помада сама? Ищи, где-то помада. Сегодня Василиса ее уронила. Ребятки, уборку делают. Короче, в понедельник мы уже в садик пойдем, да, Марина? Да. С Ваней у них елки будут. Сегодня у нас у кого елка? У Оксаны. Да. Все, мы сейчас, короче, будем прибираться. Если вам интересно, оставайтесь с нами, да, Марина? Да. Мы будем прибирать носки. Да. Ты будешь рисовать? Я. А где у нас ящик для карандаша? Я буду рисовать. Есть карандаши? На кухне он стоит. Иди принеси его, пожалуйста. Я буду рисовать. Я буду рисовать. Ты будешь рисовать? Да, я буду. Сейчас сядь и будешь рисовать. Это там. Хорошо. Это там. Это там. Я штуру новую достала. Это там. Повесь. Мама. Подожди. Это нельзя, это Светина. Да. Я буду просила там бумажки взять. Она пришла мне что-то. Мама. Как завтра шла? Тарелочку. Я не нашла. А я пью.
Чука и Ластик сюда по уборной. На месте ты чукаешь. Оксана, хорошо, свои есть такие нужные. И Ваня вот так. И Нейка, Ластик, и ты чука нашла. Вань, ну красиво рисуй. Я пау. Мама, я сама уж класситься стала. А давай вот еще солнышко порисуем. И Мила тут солнышко. И солнышко? Это видишь, солнышко так светит. Мне не надо. Два солнышка. И мне надо. Тебе надо, вот давай. Я тилк. Я тилк. Вот тут солнышко. Я тилк. И солнышко вот так вот светит, видишь? А ты кто я? Ну, кто я? Я тилк. А ты что без чая? Вон суп пей. Пей суп. Вот это не ешь, это горькое. Мама, я это тоже вилку не нашла у себя. Надо это. А я встал тилк. Я фатил. Василис. Сам рисуй. Мама, а дальше я там сниму еще один домик нарисую. Рисуй. Да ну это у Ваську. О, там все только по делу, кто тебе один мам дает. Угу. О, все. Это овсе потом. Да. Мама! 10. Мама, мы еще все делали подарки. Когда ты спала, тихо.
Многие говорят: Настя, не давай кошке мебель портить. Ребят, у нас тут обычно доска прибита, она об нее когти дерет. Да? Ребятки сели рисовать. Покажем, что нарисовали? Ваня, такой замок. Мариночка, это такой. Это... Убери, Марина, руку. Мама. Вот такой вот красивый замок рисует. Да. Это лесенка. Лесенка, да. Марина такой раскрашивает замок. Ваня там еще шаурму не доел свою, да, Ваня? Наелся. У нас сегодня на улице погода -26, -28. Мама, у кого-то даже там на берегу возле речки -30 аж. Мама. Так что пишите, какая у вас погода. Мама. Дорогие друзья, у нас Оксаночка. Скажи всем привет. Пришла со школьной елки. Оксана, ну как тебе елка? Рассказывай. Нормально, и все. Она домой залетела, знаете, со словами: мама, а я знаю, кто там был Дед Мороз. Он не настоящий со Снегурка, а сейчас сидит нормально. Да? Что ты получила? А в каком ты платье ходила? А кто тебе его дарил? Подписчица. Да. Оксана вот в этом платье ходила сегодня на елку. Спасибо. И оно ей очень нравится. Она вчера мне весь вечер, знаете, на мозг капала: мама, занеси платье. Мама, принеси платье. Мама, приготовь платье. Спать легла. Время 12 часов ночи. Она встала в туалет. Подходит, говорит: мама, ты платье приготовила? Я говорю: нет, еще сейчас приготовлю, ложись, спи. И утром не успела проснуться, и сразу же: мама, ты платье приготовила? Я говорю: вот висит твое платье. Вот такая вот она у нас вредная. Маша, там ножнички возле компьютера. Дети ждут, хотят кулек открыть. Первый у нас... Первый кулек, да? А завтра у нас еще Маша идет в школу для награждения. Да, Маша? Там нас пригласили в школу. Ну, не нас, а Машу. Мы делали тигра, которого... Давай, вываливай. Подождите, пока не трогайте. Первое, потому что у нас кто выбирает? Оксана, две конфетки выбирает. Ваня, подожди, две конфетки она выбирает. Вон глазик тебе показали, вот он. Я знаю. Только вот такие вот конфетки. Покажи, что там ты. Так, конфетки. Показываем, какие тут есть. Ну, в принципе, клюк хороший, ребята. Очень вот, хороший клёчек. Подожди. Елочная игрушка. Смотрите, ребят. Можно на елку такие повесить, слушайте. У нас, если елка придет, можно на елку повесить. Киндер, все берите теперь. Мам, по две? По одной. Ты взял? Ну, берите по две, ладно. Егора! Вот такой вот кулек, ребята, получили. Ну, у нас обычай, мы всегда вот так вот делаем. Приходят, и они тут каждый из, вот принесет Маша, из Машиного кулька все так же будет брать. Принесет Егора, из Егоркиного кулька также будет брать. Две бери, Ваня, какие-то. Все? А ты что взяла? Покажи. Такие, да? А Маша что взяла? Такие. Оксана что взяла? Покажи. Такие. Ой, пью, Марина, то есть. А Ваня что взял? Такие. Все, кушайте. Всем приятного аппетита. И всех с наступающим Новым годом.